А теперь к другим темам дня. Декабрь для жителей областной столицы станет месяцем новых законов. Изменения коснутся в первую очередь продавцов, авиаперевозчиков и тех, кто оформил ипотеку. Обо всем подробнее расскажем в ценном выборе. С 1 декабря в России начнут наносить маркировку на одежду, постельное белье, туалетную воду, шины и фотокамеры. Спросите, зачем? Отвечаем. Такое решение, по мнению властей, позволит более четко отслеживать качество товара. Каждый продавец, который занимается реализацией вышеупомянутой продукции, будет подключен к единой системе мониторинга. Предприниматель обязан будет отчитываться за все передвижения товара по стране. Проще говоря, до покупателя доедет оригинальный продукт, а не подделка. Декабрьские изменения в законодательстве затронут и авиакомпании страны. С 28 числа вырастут компенсации пассажирам за вред, который был причинен во время полета. Так, например, сумма компенсации в случае смерти или увечий пассажира вырастет на 1 миллион рублей и составит чуть больше 11 миллионов. Еще одно важное декабрьское изменение – завершение работы госпрограммы по реструктуризации ипотеки. Напомним, на протяжении 5 лет россияне, которые оказались в сложной финансовой ситуации, могли изменить условия выплат. Однако с 31 декабря такой возможности больше не будет. Данил Седов, новости по будням.